Коллаж Движ — это мастерская, которая родилась из таких неформальных встреч и стала городским явлением в Хабаровске. Работала графическим дизайнером, и мне как будто не хватало творческой смелости. И вот для совместного досуга с друзьями, ну и вот прокачки вот этой смелости, мы стали собираться раз в неделю, такой арт-кружок устраивали. Такое типа совместное творчество и приятное время в процессе. Ну, мне еще нравится, что это как игра, такой поиск чего-то там, дурацкие сочетания неожиданные. Мне кажется, что в современном обществе, ну, много такого предубеждения, да, недружелюбного отношения друг к другу. И я бы хотела, ну, чтобы мы выразили через образы. Сейчас мы делаем коллажи на тему сходства и различия поколений, как каждый это чувствует. Мне ближе подход, когда мы вырезаем образы, но не думаем о смысле, что смысл складывается в процессе. И если эти картинки отзываются, да, пожалуйста, вырезай, но держи как-то место для эксперимента, когда не думаешь, как воплотить идею, думаешь, какую идею дадут образы, которые приглянулись. Бывают очень случайные совпадения, просто какой-то россыпь берешь и вот так кидаешь, и складывается история, которую наш мозг, такой желающий контролировать, ну, не придумал бы. Мы выбираем журналы, которые у нас отзываются. У нас сегодня есть новые номера журнала «Русский мир». А тут какой-то классный журнал 66-го года «Знание и сила». Зин, владивостокский панк-ревайвал. Ваш коллаж, если напечатать на футболке, например, или на шопере, ну, вы бы хотели такое купить? Вот для меня это прям критерий. Ну, значит, работа удачная, она выразительная и имеет художественный образ. В разговоре с интеллектуалами мне сказали, что это не очень хорошая тенденция, что появляется много визуального мусора в современности. Ну, я думаю, что все-таки это среда, из которой вырастут и звезды, и просто люди, которые занимаются творчеством, эмоционально спокойнее и создают более благоприятную среду для всех нас.